come here, come here, come here. 1 minute. 1 minute. Come, come, come. Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами в жарком Дубае, в жарком не только по погодным условиям, хотя сегодня в целом мы видим достаточно облачная погода, но в первую очередь жарким Дубай сейчас является с точки зрения футбола, потому что здесь огромное количество команд готовится к своим национальным чемпионатам, проводят сборы, товарищеские матчи, и одними из этих команд являются представители Латвии и Польши. Сегодня польская лига сыграет с футбольным клубом Рига. Номинальным хозяином как раз-таки является польский клуб. Но на самом деле это все условно. Очень будет интересно посмотреть, как сегодня первый матч свой на этом сборе проведет футбольный клуб Рига. С командой, которая, конечно же, является очень мощным соперником. Но надо сказать, что лиги сегодня играет свой не первый матч на этом сборе в Дубае. Здесь также команда находится достаточно уже давно. Ну и Легия уже два матча провела. Это третий товарищеский матч для команды. И состав вот сегодняшний у Легии по сравнению с матчем предыдущим, с матчем против футбольного клуба «Краснодар» из России, ну практически полностью изменен. Мы об этом еще поговорим. Пока матч начинается в белом Легия, практически тоже в таком светлом варианте футболисты Риги. В желтой майке, черный низ полностью. Ну, отличить, в принципе, несложно. Но в любом случае, вот по майкам достаточно такие похожие цвета. Встреча началась. Давайте к составам команд. Уже и первое нарушение. Ну, сразу давайте про бригаду арбитров, раз уж с фола у нас все началось. Сегодня сербская бригада арбитров этот матч обслуживает. Иван Младенович, главный судья встреч, помогает ему Павел Ильич и Душан Дмитриевич. Что касается состава, давайте начнем с футбольного клуба Риги. Ну вот мы даже видим, да, по графике Рига у нас как команда хозяин здесь указана, хотя в протоколе и вообще в соцсетях, в афише матчей везде как раз-таки Легия стояла первой. Но, опять же, это абсолютно, я думаю, ситуация, которая нас не должна волновать. А вот составы, конечно же, мы вам сейчас объявим. В воротах Легии сегодня Цезарь Мишта, 20-летний вратарь. Артур Борец сегодня не играет. Ну, возможно, он появится, естественно, он здесь. Но, понятное дело, что команды приезжают на сборы в большом составе. Вот у Риги, по-моему, если не ошибаюсь, 5 вратарей было
в начале сбора. Но, правда, уже одним вратарем стало меньше. Дальше. По номерам пойдем. Игорь Харатин номер 14, 39-й Мацей Розалек, 62-й Карл Нойшевский, 74-й Матеуш Грудзинский, Юрген Челихакот, 16-й номер, 22-й Каспер Скибицкий, 92-й Бартоломей Цепеля, Эрнест Мучи, 20-й номер, Лерим Кастрати, капитан команды сегодня. Он играет под седьмым, и Рафаэль Лопеш номер 21-й. Легиев прессинг здесь идет, достаточно активный, но я думаю, что команды сейчас на первых минутах максимально, может быть, темп покажут. Слышим, мы прекрасно, я думаю, вы ощущаете, какой здесь ветер, в том числе в Дубае. Но главное то, что, естественно, на первых минутах те ребята, которые вышли в стартовом составе, попытаются доказать. Опять же, у Легии сегодня в основном это состав больше резервный. Тут очень много молодых футболистов из опытных. Ну, по факту, только лишь на один год средний возраст сегодня у Легии. Ну, средний возраст стартового состава. Что же касается Риги, давайте к этой команде перейдем. В воротах Риги вот этот парень, Робертс Озлс. Номер 34-й Антонис Черномордис. 6-й Аксель Андерсон. 13-й Райвис Юрковскис. Кристоф Марченко, 95-й. Ритворс Ругинс, капитан команды, номер 8-й. Даниэлс Олимбашев, 28-й номер, прошу прощения. Тут небольшая поправочка. Сейчас проверю по протоколу. Да, 28-й номер, у него все верно. Юрий Вакулько, 69-й. Карим Лукили, 20-й номер. Микаэл Сойсало, 11-й. И Артурс Крансманес, номер 2-й. Это состав, соответственно, клуба из Латвии. Ну и давайте, естественно, скажем и про тренеров. Это сделать тоже, безусловно, нужно. Ну, в первую очередь, конечно, говорим о... Ну, давайте о команде Легия. Чуть покороче здесь мы все сделаем. Александр Вукович, наставник команды. Он-то уже в целом в Легии известен. А вот у Риги главным тренером теперь является известнейший в прошлом футболист Торстен Финк. 54 года ему. Немецкий специалист, который вот совсем недавно Ригу возглавил. И для него это первый матч в рамках, ну, пока что неофициальный, первый матч товарищеский. Но, опять же, для Риги это старт контрольных товарищеских матчей, как вам угодно. Здесь, в Дубае, будет их всего 5. Вот это матч первый. Жесткие подкаты. Ну, жесткий футбол. Я думаю, что сегодня арбитру будет непросто. Мы видим, какая борьба. Опять же, никто не хочет уступать. Все хотят доказать, в случае с Легией, да, здесь доказать тренера, что они готовы играть чаще в стартовом составе. Ну, а если брать Ригу, вот посмотрите, да, первые 5 минут уже 6 нарушений в этом матче. Просто цифра зашкаливает. Ну, а в случае с Ригой здесь, опять же, новый тренер. Тут нужно всем доказывать. Поэтому, конечно, это самое важное сейчас для вот этих ребят. В резкий большой прессинг Рига сейчас не идет, но позволяет, по крайней мере, Миште с мячом оставаться. Но все равно вот три футболиста на передней линии неподалеку располагаются. Марченко здесь уверенно разыграл с Антонисом Черномордисом, который, кстати говоря, его поздравим. Антонис Черномордис недавно стал отцом. Буквально вот пару дней назад он присоединился к команде на этом сборе. Здесь Рига уже с 10 числа тренируется. Ну а вот защитник Риги под 34 номером, естественно, с одобрения тренерского штаба, руководства, подъехал позднее. Но все мы прекрасно понимаем, семья в любом случае это самое важное на свете. Слушай, мы, в принципе, даже речь, которую можно легко распознать, понятное дело, что польский язык с русским языком достаточно похож, но мы слышим, да, давай-давай, это, я думаю, на любом языке, в любой стране, любые, особенно поклонники футбола, поймут. Еще один жесткий подкат, но здесь чисто. Кастрати в центре поля. А, кстати, прошу прощения, я вот сказал, что капитаном является у Легии Кастрати, но, по крайней мере, у меня так было указано. А судя по всему, капитаном-то является Рафаэль Лопеш.
видим, да, 21 номера повязку на руке, значит, что-то изменили потом. Ну, опять же, это межсезонные матчи, здесь роль капитана, конечно, важна, но не настолько важна, как в матче чемпионат. Легия с мячом, успевают здесь футболисты Риги накрыть. Сойсолан направо. Атакует Артур Скранспанен с Мишто, но достаточно спокойно вратарь, молодой вратарь, 20 лет ему всего лишь, справляется с этой ситуацией, выбивая мяч подальше. Не думаю, что в этом матче нас ожидает какой-то суперкомбинационный футбол. Понятное дело, что тут на сборе, ну, во-первых, сочетания абсолютно разные. Это раз. Во-вторых, и какая-то усталость есть определенная. Было нарушение правил, да, безусловно, фалили. И арбитр свисток. Здесь, соответственно, дает. Фалили на Эрнесте Муцци. Эрнест Муцци, либо Эрнест Муччи, как по-разному в основном его фамилию произносит. Но правильно, наверное, все-таки Муччи. Будем придерживаться такой теории. Ольшевский. Хороший перевод. И сразу, да, мы слышим браво в исполнении тренерского штаба. Сложно сказать, Вукович это или нет, но в любом случае тут многие, конечно же, будут подсказывать. Подача штрафной неплохая от Лерима Кастрати. И на подборе тут футболисты Легии. Дальний удар поворотом. Первый удар. Он не доходит до створа. Здесь усилиями как раз-таки черномордится. Ну и там еще и офсайд был. Арбитр заранее флажок поднял. Робертс Озолс разыгрывает. Сказал я про вратарскую бригаду Риги. Ну, надо еще, наверное, сказать о том, что сегодня в запасе, естественно, есть Нильс Пуринш. Ну, а совсем недавно покинул команду легионер Риги Иван Бркич. Был в конце декабря с ним по обоюдному согласию контракт расторгнут. Об этом позже. Сойсола не стал сразу подавать. И, наверное, зря. Но искал, искал вариант тут. В данном случае Микаэль. Хотя, вроде бы, партнеры были. Я думаю, что вот этот звук мы будем слышать сегодня не один раз. Вертолеты здесь летают часто. Ну, а пока заброс на Лерима Кастрати. Кастрати мяч догоняет. Уже передача в штрафную. Подача. Это Мацей Розалик был. Он исполнял. Кастрати. Лопеш. Пускает пешка мяч. Лопеш играет опасно. Ну и тут браво Юрий Вакулько, который и борьбу с Лопешем выиграл. И дальше уже тоже от второго футболиста ушел. 11 минута первого тайма. Пока 0-0 в этом матче. Надо сказать, что команды, по-моему, даже в один день прибыли в Дубай. С 10 числа Рига здесь находится. И очень длинный сбор будет у футбольного клуба Риги. Потому что 10 января сбор начался, 5 февраля он закончится. То есть практически месяц команда здесь будет пребывать. Но что касается Легии, то есть чуть-чуть гораздо проще ситуация. Команда также 10 дней в Дубае находится, но уже 4 февраля старт в чемпионате намечен. Ну, точнее, продолжение чемпионата, где у Легии все очень пока плохо. Предпоследнее место, 17-е. Ну вот 4 числа на выезд команде Заглембе Легия поедет. И, конечно, Александр Вукович наверняка хочет все-таки начать уже побеждать. Ну, а Заглембе — это одна из команд, которая неподалеку находится от Легии. На 14 месте, 20 очков у нее, так что в целом матч достаточно важный будет. При том, что вот уже сейчас Легия в букмекерских котировках является фаворитом этой встречи, хотя играет на выезде с соперником, который играет, ну, пока что получше. Но Легия, мы не забываем, это участник Лиги Европы этого сезона. И многие, я думаю, прекрасно помнят матчи против московского «Спартака», особенно последний.
который состоялся 9 декабря. Ну и, признаюсь, сам я лично на этом матче побывал. Конечно, атмосфера на стадионе Легии была просто потрясающей. Тяжело было Спартаку в концовке. И повезло, конечно, Спартаку, но в итоге Легия уступила. И из Лиги Европы выбыла. Ну, так вот бывает, да, Легия вроде бы команда, которая играет в Лиге Европы, но при этом в чемпионате на 17 месте. Хотя у Спартака тоже в целом ситуация не лучшим образом складывается. Но, правда, все-таки Спартак московский вышел в 1/8 Лиги Европы. Это уже достижение неплохое, как минимум, учитывая, какая была сложная группа. Хорошая передача на Кастрате, в разрез, ну, по замыслу хорошая, правда, здесь Кастрате мяч не догоняет. Рига с мячом. Немножко успокоилась игра, вот чуть поменьше стало сейчас эмоций, больше постараются футболисты мяч под контролем держать. Напомню, что для Риги этот матч первый на этом сборе. И вот если сравнить состав, который был в матче против Краснодара, который Легия выиграла. Вообще, пока у Легии здесь на этом сборе в Дубае две победы из двух возможных. 2-0 был обыгран Ботев и 2-1 Краснодар. Отличились тогда Жосе и Матеуш Витеско. Так вот, в том матче в основе из тех, кто сейчас на поле, играл только, по-моему, один футболист, это Матеуш Грудзинский. Все остальные были в резерве. Ну и там был, конечно, гораздо более основной состав, на мой взгляд. Хотя тот же сложно, наверное, тут делать какие-то определенные выводы. Естественно, ротация происходит, но Вукович, мы видим, спустя несколько дней совсем другой ростер выпускает. Ну а для Риги матч первый. Опять же, мы будем уже смотреть, как команда будет меняться по ходу этого сбора уже в следующих матчах. Ну а, кстати говоря, вот связь Риги, Леги и Спартака продолжится, потому что на этом сборе 2 февраля как раз-таки Рига с московским Спартаком сыграет. Так что тоже вот достаточно интересная ситуация. Спартак так или иначе здесь как-то пересекается. Ну и опять же, Спартак здесь тоже в Дубае находится, поэтому наверняка моменты ностальгии такой красно-белых присутствует. У Легии тоже. Было бы забавно, если бы еще и Легия со Спартаком здесь товарищеский матч сыграл. Но этого не произойдет. Наверное, особо это не нужно. Главное, что в целом соперники известны. Ну, кстати, надо сказать о том, что у Риги один матч уже отменился. И вообще этот матч должен был стать другим по счету. Вообще, по-моему, матч с Легией не планировался. Изначально должна была Рига играть против узбекского Олимпика. Но эта встреча из-за положительных тестов узбекского клуба не состоялась. И, соответственно, вот такая была замена. Шестнадцатая минута первого тайма. Пока без забитых мячей, но и без моментов, да, пока вот за 16 минут практически, которые уже сыграны. Один удар был поворотом Риги, то он не дошел до створа, и то там был офсайд. Ну и больше пока мы ничего опасного не видели. Но это, опять же, начало встречи. Понятное дело, что какие-то могут быть изменения во втором тайме в плане игры. То, что будут изменения в плане состава, это, естественно, произойдет. Здесь будет много замен, я уверен. Тем более, ростер у Лиги даже практически чуть ли не в полтора раза выше, больше, чем у Риги. Но вообще интересно, кого планируют в этом матче тренеры выпустить. Ну, вот, к примеру, Риги-то, наверное, это практически все, кто сегодня в заявке. Может быть, вообще состав полностью сменится. А вот у Легии тут все зависит от того, кто в какой форме после последнего матча находится. Атака Риги. Передача в разрез шла на Артуса Крансманиса. Хороший перехват.
Нарушение правил. Подталкивают Карима Лукели. И штрафной удар. Ну, было нарушение. Тут подтолкнул Кастрати. Не сильно, но сделал это. Видно было, что не очень сам он доволен решением арбитра. Но тут ничего не поделаешь. Опиш не точно играет. Прямо в ноги свой салом. Но здесь можно никуда не спешить. Примерно это и показывает Аксель Андерсон. Ребята, давайте здесь спокойно мяч подержим. Это немножко сильно на Сойсела, который, конечно, поборется до конца. Здесь попытался Микаэль эту ситуацию исправить. Но, во-первых, и укрывал корпусом мяч Матеуш Грудзинский. Да и действительно там передача была сильной. Быстрый короткий розыгрыш от Легии. Мы видим. Персона. Тренера команды. Тоже достаточно у Легии интересно. Александр Вукович пришел в команду совсем недавно. Можно сказать, вот первый матч как раз-таки в Лиге Европы против Спартака проводил еще Чеслав Михневич. Но затем в октябре его уволили и пригласили как раз-таки Александра Вуковича. Ну как пригласили, он в Легии уже давно на самом деле просто стал главным тренером. Так-то он был раньше помощником. Ну а Чеслав Михневич, кстати говоря, можно вполне его будет увидеть в марте в России. Вполне возможно, что он возглавит сборную Польши, об этом идут разговоры. Тоже определенная, да, связь с Россией. Ну и опять же не забываем, что в Легии великолепно работал Станислав Черчесов. Как Станиславом Черчесовым посоветуется. Ну а пока у нас первый опасный штрафной в этом матче. На 20-й минуте зарабатывают стандарт варшавские ребята. Грудзинский будет бить, похоже. Удар очень неточный, очень высоко мяч улетает. Ну вот, 20-я минута — это первый удар вообще по воротам в этом матче. Опять же, не вспоминая удар, который был заблокирован, там еще и был офсайд. Раз активнее в прессинг отправляются футболисты Легии, но тут здорово на фланге действует защитник Риги. Сложная ситуация. Здесь оказался Даниил Сулимбашевс, но обыграл на встречном ходу соперника и мяч сохранил. Неточная передача от Кристофа Марченко. Спорим. Рижская команда считает, что мяч должен достаться был им сейчас. Но решение сербского арбитра совсем иное. И там длинный его нас вперед. Но здесь Борис Риги был первым на мяче. Однако подбор за польским клубом. И уже мяч переходит на чужую половину поля. Однако дальше потеря. И Каспер Скобицкий там до мяча не добрался. И его партнер тоже мяч потерял. Да уж, спал вот эта 5-минутная первая активность, которая была на старте этого матча, где команду там и нафалили, и в подкатах летели. Сейчас все гораздо более спокойно. Стараюсь мяч под контроль забрать, но, опять же, непросто это сделать. Мы видим, как футболисты и той, и другой команды неплохо в прессинг отправляются. И все это пока мешает конструктивным действиям впереди. Астрати. Заброс штрафную. И, кстати говоря, очень точный заброс. Астрати низом. Будет ли здесь кто-то бить? Под второй темп Астрати делал передачу. Проскочил немножко Мацей Розалек. Может быть, ему передача и шла. Лопеш. Проходит передача на Кастрате.
Пока вот эти парни очень неплохо взаимодействуют. Кастрати пытается обыграть тут на фланге соперника. Сделать это не получается у него. Ну и спокойно останавливают Эрнеста Мучи. Футболисты Риги. Однако затем продолжается борьба. Рафаэль Лопеш. Черхака. Сейчас практически всей команды. Да и не практически, а, по-моему, всей команды за линией мяча футболисты Риги. Вот только лишь иногда Артурс Крансманис там оказывается ближе к центру поля. Отобрали. Рижане. И мяч просто опускают на землю. Вперед пока нет возможности игру быстро продолжать. Ну и поляки тоже, мы видим, уже активно не встречают соперника на чужой половине. Марченко через Андерсона. Все равно молодец. Хорошая игра на третьего. И здесь чуть-чуть не хватает Микаэла Сойсала, чтобы продлить эту передачу на партнера, который здорово подключился. И тут же атака левым краем от Лиги. Подачу штрафную. Прерывается Сойсала. Убирает скорость. Одного прошел Микаэль, второго, я думаю, тоже бы прошел. Просто вот в первом моменте Сойсала сбили так немножко. И вот здесь я понимаю претензии Микаэля. Действительно, он одного футболиста обошел. Дальше набирал скорость. И вот за счет мелкого нарушения скорость не стала максимальной. Середина первого тайма. Но по владению мы видим небольшое преимущество у Риги было в какой-то момент этого матча. Сейчас, может быть, уже подравнялась ситуация. Но в целом, как и вся игра. Игра абсолютно пока равная. Ну, может быть, последние минут 5 футболисты Лиги чуть чаще оказываются у чужих ворот. Лопеш и Кастрати между собой по-прежнему неплохо комбинируют. Но у них с взаимопониманием все отлично. Черехака. Кастрати. На Черехаку. Наверное, не очень ожидал твой передачи 16 номер. Но угловой удар не зарабатывает Черехак, потому что мяч от него в итоге уходит в последний момент. Арбитру здесь подсказали. Нарушение правил. Ну, отметим, что пока нет ни одной желтой карточки в этом матче. Хотя пару таких достаточно жестких эпизодов было. Но, наверное, до какой-то грубости не доходило здесь ни разу. Ну, тут жестко обошлись, конечно, с Юрием Вакулько. Но он, в принципе, в опорной зоне играет. Привык к этому, безусловно. Юрий Вакулько небольшое интервью давал клубной пресс-службе. Еще на стартовом сборе не здесь, в Дубае, а в Риге. Сказал о том, что хотелось быстрее приступить к тренировкам. Естественно, передохнул. А вот момент сейчас мог быть. И не обработал мяч. И, конечно, этим очень недоволен сейчас Карим Лукели. Забыли его. И он так вбегал в штрафную. И просто вот надо было чуть лучше мяч обработать. Ну, а заканчивая персоной Юрий Вакулько, признался, да, что отдохнул вроде бы неплохо в жарких странах, но очень хотел уже вернуться в Ригу, потому что ничего особенного на отдыхе он для себя не отметил. Ну, развеялся, погрелся, позагорал, и вот уже, пожалуйста, пора работать. Хотя здесь тоже, конечно, жарковато, но, опять же, вот есть ветер, который, я думаю, делает матч достаточно комфортным. Понятное дело, что это не Рига, не Латвия, но я думаю, что в плане сбора, конечно, место по факту идеальное. Ну вот сейчас в Дубае, насколько я понимаю, вот если посмотреть прогноз 22 градуса, и достаточно, опять же, облачно, мы это видим по картинке в том числе. Момент, может быть, у польского клуба. Хороший дальний удар от Рафаэля Лопеша. Извиняется он перед Кастрати, по-моему, за то, что не отдал передачу. Ну, можно его понять. Действительно, получил пас в близости от штрафной. И
неплохо открылся, никто рядом с ним не находился, поэтому и пробил 30-летний полузащитник коллегии сейчас. Большая карьера у него уже за плечами, был и в молодежной сборной Португалии. Рафа Лопес, либо Рафаэль Лопес, по-разному можно его фамилию произносить. Ну и был одним из основных игроков Лиги Европы. Из 6 матчей провел, по-моему, 5 встреч. Ну и вообще в Лиге в этом сезоне оказался. Ну а тем временем у нас мы видим первая желтая карточка. Ну и скажем также о том, что очень здорово, что этот матч с помощью спонсоров, да, показывается в YouTube в бесплатном формате. Это здорово. Ну, как я вижу, большой интерес этот матч как раз-таки на YouTube у нас именно получил у польской публики. Рафаэль Лопес. Подача в штрафную. На уровне колена мяч летел, но и тут уверенно сыграл Антонис Черномордис. Угловой удар. Угловых немного сегодня. Чуть ли, может быть, даже и первый угловой. Не помню я, чтобы они еще были. Да, вот мы видим угловые. Вот это первый угловой у Легии. Один был у, соответственно, Риги в этом матче уже. Разыграли поляки. Подача. Хорошая подача. И можно было эту подачу продлевать в сторону ворот. Бартоломей Цепеля ее выполнял, но сняли. Ровно прошло в этом матче, пока без забитых мячей. Ну, наверное, вот последние минут 10 польский клуб чуть добавил. Побольше находится около чужой штрафной. И больше атак проходит. Опять же, без каких-либо опасностей. Скобицкий через левого защитника. Немного так правым краем. Здесь, конечно же, Кастрати активен, который сейчас смещается в центр. Правда, теряет мяч. Но дальше в прессинг отправляются неплохой футболисты Легии. Быстрый отбор всегда в почете, всегда приветствуется. Найшевский. Налево не сыграл, сыграл направо. Кастрати. Прессингует его. Достаточно неплохо Карим Лукили, но дальше атака проходит уже в центр. Лукили, посмотрите, на него четверо отправляются, и в итоге фалит Рафаэль Лопес на нем. Карим Лукили задачу минимум для себя сейчас выполнил, да? Он здесь не ошибся и остался с мячом. Пас налево. Включается в атаку после своей же передачи Даниэла Сулимбашевса. Еще одно нарушение правил. И тут посмотрите, какие страсти Кастрати и Марченко активно между собой поговорили сейчас. Кастрати очень недоволен, естественно, действиями. Один из самых дорогих игроков Легии на данный момент по оценке. Напомню, что у него гражданство Косово, но и он игрок сборной Косово. Соответственно, тоже 23 года, контракт
до 2025 года у него с Легией. Но я думаю, что гораздо раньше он может команду покинуть, потому что игрок действительно очень интересный. Такое мелкое нарушение правил. Не стал здесь уже продолжать Рафаэл Лопеш игру. И показал полностью, да, что он здесь получил небольшое повреждение, но игру арбитр остановил. Да, по нарушениям мы видим, их много. Еще одно сейчас, похоже, будет. Фолит. И причем на желтую карточку фолит Микаэл Сойсало. Ему горчичник, как я понимаю, показан. Ну да, немножко так срезал тут траекторию бега футболиста Леги. Действительно, может быть, не очень сильная, но действительно правила нарушил. Значит, центр на Лопеша немножко неточно. И, конечно, Лопеш тут немножко был разочарован. Ну, а те, кто смотрели матчи Лиги в Лиге Европы, я думаю, помнят, что Лирим Кастрати как раз-таки, который сегодня капитанит у Лиги, это автор победного гола в матче против Спартака в Москве. Именно тогда он своим голом расстроил всех поклонников российской команды. Казалось, что все на этом. Шанс Спартака на выход из группы близкий к нулю. Но дальше Спартак как раз-таки собрался. И уже больше не проигрывал. Тридцать 35-я минута. Ну вот, многие из вас писали, что в этом матче будет много голов и будет, собственно говоря, преимущество у Леги. Но пока мы видим, если, конечно, преимущество есть, то вот голов мы видим совсем в этом матче как раз-таки нет. И что самое, может быть, обидное, немного вообще моментов. Лопеш, мяч остается в поле, полностью не покидает. Да вообще, мне кажется, он толком даже за линию не выходил сейчас. Активный прессинг от Каспера Скибицкого. Ну, наверняка в перерыве мы увидим чуть ли не смену составов на 50%. Наверняка будет много замен. Ну, я думаю, что по 3-4 вполне сделают и Торстен Финкс. И, конечно же, наставник Леги. Ну, посмотрим. Естественно, мы в раздевалках не присутствуем. Не знаем, о чем там с футболистами разговаривали тренеры. Возможно, уже есть у каждого, да, футболиста, который сейчас находится в запасе, примерно минута, когда ему нужно готовиться. Естественно, все разминаются. Такое тоже практикуется, когда ты знаешь, что у тебя ровно там 45 минут на то, чтобы себя проявить. Сойсалам. Во фланг себе мяч пробрасывает. Против него здесь Скибицкий. Мяч Сойсал сохранил. Подачу штрафную. И прилетает мяч Лукели. Уходит в аут. Ну вот мы видим большую группу футболистов Леги, которые там уже разминаются. 5 футболистов. Может быть, именно они и выйдут на поле скоро. Рогенс. Капитан Риги. Футболист, который как раз таки перед этим сбором продлил контракт с футбольным клубом Рига. И остается в команде. 32 года ему. Уже четвертый сезон он проведет за рижский клуб. Есть и приобретение. Вот, к примеру, сегодня Райвис Юрковскис, 13 номер, играет, который как раз-таки в команде появился именно совсем недавно.
Тоже футболист, который, я думаю, добавит и многое может команде дать. Ну, а пока в атаке лиги очень опасно. Вот здесь можно забивать. Пустые ворота и 1-0. 1-0 разыграли великолепно. И Мацей Розалек выводит свою команду вперед на 38-й минуте. Ну, здесь надо было ему просто подставить ногу под классную передачу. Каспер Скибицкий здесь, по-моему... Его проход был великолепен, и именно он отдавал пас уже на Розалика, который, конечно, в этой ситуации был обязан ставить точку. Да, все тут полетели на футболиста Легии, который был с мячом. Как раз-таки это был Каспер Скибицкий. Ну, а Розалик просто находился на линии мяча и ждал эту, безусловно, передачу. И спокойно послал мяч в пустые ворота. 1-0 в пользу польского клуба. Вот этот парень... Счет в этом матче открывает. Центральный нападающий польской команды. Игрок молодежной сборной Польши. Который в лиге, насколько я понимаю, в аренде находится. И, может быть, еще по-прежнему он там эту аренду... Продолжает, вообще выступал за команду Арка Гдыня. Нет, точнее, в Арка Гдыня он был как раз-таки в аренде, а сейчас в Легию опять возвращается. Но, насколько я понимаю, пытается закрепиться вновь. Посмотрим, сумеет ли он здесь в этой команде продолжить карьеру. Сороковая минута первого тайма. Пока не получается, да, у футболистов Риги. Активные действия впереди. Легия не дает. В том числе, может быть, за то, что... Счет, что здесь достаточно много молодых футболистов, и они действительно сейчас себя неплохо проявляют, по крайней мере, в плане компактности, в плане дисциплины играют здорово. Ну и у Риги, по сути дела, ни одного момента не было, даже ни одного удара, пока мы не увидели. Вот на левый край здесь активный сегодня Каспер Скибицкий, который уже голевую передачу оформил. Посмотрите, как он отрабатывает, и мы слышим браво. Браво Каспер. Здесь не успел уже дальше к мячу Эрнест Мучи, но видно, что, конечно, Каспер доработал великолепно. Мелкое нарушение в центре поля. Андерсон переводит направо, но очень неточно на Микаэля Сойсала это пошла передача. И здесь... А, вот в пользу Леги. Вот еще раз нам показали футболистов польского клуба, которые разминаются. И я думаю, что скоро мы многих из них увидим, а, наверное, и всех. Сойсалам. Кастратин набирает скорость. Встает с мячом албанец. Стеночка с Лопешем. Кастрати уже налево сыграл. Снова Кастрати. Ну и дальний удар, похоже, будет. Попытка Матеуша Грудзински сейчас. Ну, можно сказать, что атака так немножко остановилась, поэтому Грудзински решил попробовать действительно сделать дальний выстрел, который мог привести гол. Снова активный прессинг от Легии мы видим. Ну и также наблюдаем мы за
теми болельщиками, теми специалистами, которые здесь присутствуют на стадионе. Стадион небольшой. Жебель Али. Но в целом практически полностью он заполнен. Тут действительно интерес к этому матчу достаточно большой. Астрати. Увереннее стали в какой-то момент себя чувствовать в поиске польского клуба. Где-то, наверное, закончилась и небольшая прыть от ФК Риги. Но и тут же поляки стали так чуть чаще мяч забирать себе под контроль. И достаточно неплохо его сохранять. Опасный подкат, это желтая карточка, безусловно. Показалось мне, что сначала Райвис с Юрковским ее не получит, но все-таки, да, достают. Интересная у него карьера, он начинал, конечно, свою карьеру в Латвии. Но вот в 2020-2021 году поехал в Ирландию Райвис и играл за команду Дандолк. Даже в том числе участвовал в матчах квалификации Лиги конференций. И достаточно неплохо там играл. Ну и в том числе Райвис игрок сборной Латвии. Так что приобретение, конечно, очень приличное. Ну и в Лиге конференции, в квалификации у Райвис еще даже и две голевые передачи есть в активе. Давал он голевую в матче против Ливадии. Ну и в том числе в матче против голландского Витеса. Вот как раз таки Витес пройти Данулку и не удалось уже в третьем круге. 45-я минута у нас подходит к концу. Первый тайм. По-прежнему минимальное преимущество у Легии. Марченко. Мы слышим, да, как Эрнесту Мучи, Кастрати командуют отправляться за мячом. Прессинговать, и действительно получается это достаточно у Легии неплохо. Ну и в том числе мы видим как раз-таки там главного тренера Легии, который не останавливается. Все, ничего не стал добавлять, даже немножко не доиграл здесь по времени Иван Младенович, сербский арбитр. Уходим мы на перерыв при счете 1-0 в пользу Легии. Видим мы также тут и Торсона Финка. Ему есть о чем поговорить со своими подопечными. Отправляемся отдыхать.
Друзья, мы возвращаемся в Дубай на матч товарищеский между командами футбольного клуба Рига и футбольного клуба Лиги. Состояние Латвии и Польши. Ну и смотрите, в принципе, сейчас какие-то изменения мы можем с вами уже определить. Ну, во-первых, появляется у польского клуба другой вратарь. И это не Артур Борец, это Каспер Тобиаш. Есть футболисты, безусловно, которые остаются на поле. Ну, постараемся сейчас с помощью коллег, в том числе со всеми изменениями, разобраться. Каких-то футболистов будем наблюдать новых. И сразу будем понимать, что действительно кто-то вышел, кто-то нет. Ну, видим, что есть футболисты, которые остаются. Бартоломей Цепеля на поле. Мацей Розалик тоже у польского клуба, также вот Юрген Чельхака. Ну, а что касается клуба из Риги, то здесь, ну, по-моему, точно появится на поле Джозеф Барнс, насколько я понял. Ну, в любом случае, сейчас посмотрим. Замен много, может быть. Вот, как раз-таки, Каспер Тобиаш на ваших экранах. 59-й номер у него. Также у Лиги, насколько я понял, на атаке, на средней атаке появляется Шимон Владарчик. Ну, всегда, когда матч товарищеский, тут тяжело с заменами сразу быстро разобраться. Естественно, этих замен достаточно много происходит в любой момент. Ну и когда вот они в перерыве происходят, естественно, это такая задача для комментатора непростая. Со всеми разобраться. Напомню, что единственный мяч в этом матче пока что провел футболист Лиги. 39-й номер Мацей Розалек. Но там все для него сделал, безусловно, Каспер Скибицкий, который на пустые ему выкатил. Ну и вот так вот на, по-моему, 39-й минуте, да, когда как-то счет открывался, забивал Розалек, который по 39-м номерам играет. Интересный такой момент. Ну, давайте разбираться. Начнем сначала с Лиги. Кто у нас на поле, ну, к примеру, вышел? Точно это, насколько я понимаю, Арманс Петерсон. 9-й номер, вижу я его на поле. Ну и прямо сам себе сейчас буду помечать, потому что этих изменений, опять же, будет большое количество. Поэтому никого лучше не забыть. Алексей Савельев также на поле, 24-й номер. Его тоже встречаем. Занимают они место в полузащите. То есть как минимум две замены у Риги есть. Да даже не как минимум две, там должно быть их все три. А, также еще и Райвис Киршц на поле, 15-й номер. Вот еще одна замена. Это Владимир Камиш. По 33-м номеру. Ну, то есть, получается, уже 5 замен. Еще одну я сейчас не назвал, но в любом случае скоро ее проанонсируем. Но это нормальная ситуация. Вот к клубу, похоже, состав более приближенный к тому, который встречу начинал. На поле и Мучи, на поле и Скибицкий, и Чельхака. Найшевский также, Розалик, Харатин. Так, ну вот есть замена у вратаря. Соответственно, мы ее с вами уже заметили. Веслина там также на поле. Тоже его приветствуем. Бразилец. На самом деле, вот сейчас он как раз-таки обрабатывает в обороне. И я, честно скажу, когда первый раз увидел Веслината, я так, честно говоря, даже и,
не узнал в нем бразильца. То есть у него такая больше скандинавская, да и может быть даже какая-то латышская внешность на бразильца, честно говоря. Но не сразу так похож. Если... Ну, насколько я понимаю, Торстен Финк решил сразу практически всех в игру во втором тайме вести. Также выходит и Баба Муса, еще один новичок команды. 21 номер. Занимает место защитника. Ну вот остался только лишь у Риги, как я понимаю, на поле Артурс Крансманис. На острие атаки он там пытается прессинговать уже. И вот момент, и надо забивать, надо счет сравнивать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну как же так? Как же не забил Артурс Крансманис? Сейчас выручает дважды сейчас уже. Тобиаш, вот это моментище, конечно, у Риги. На ровном месте он возникает. Браво, конечно, мы говорим сейчас Касперу Тобиашу за два дальнейших сейва. Но изначально-то мы видели моменты, какие были у Риги, которые, ну, честно говоря, непонятно как не использовал нападающий команды. Мы еще их, естественно, увидим. Пока в атаке Рига, но эта подача уже неточная. Илья Коротков также на поле у Риги появился. Теперь давайте смотреть момент. Вот. Все, казалось бы, сделал сейчас для своего партнера Райвис Киршс. И просто непонятно, Артурс Крансманис. У него еще нога поехала вот здесь, да. Мог, наверное, даже и приближаться к воротам еще. Ну, а дальше добивал там, по-моему, и Савельев. И, в общем, никто... В итоге забить не сумел. Самый реальный шанс, да. Сейчас не использует клуб из Латвии. А Розрик, посмотрите, кстати говоря, одевает капитанскую повязку. 20-летний парень. При том, что на поле есть ребята, которые чуть по... постарше и поопытнее. Ну, мы опять же сейчас будем разбираться. И не вижу я на поле уже в целом Лерима Кастрати, Рафаэля Лопеша также, судя по всему, нет. Положение вне игры здесь. 51-я минута. Ну, вот у Риги пока я вот 7 изменений точно насчитал. Еще, возможно, кого-то... тоже в ближайшее время увидим. Танскую повязку примеряет на себя Арманс Петерсонс. Ну а в атаке Легия. Мучи. Арманс Петерсонс здесь. Отбор за Легией. А тоже Грозинский. Обыгрывает Киршса. Да, конечно, момент будет, я думаю, вспоминаться. И, может быть, даже снится Артурсу Крансманису, который был у него действительно классная возможность. Тобиаш. Спокойненько в аут, чтобы не ошибиться на всякий случай. Петерсонс. Радков. Через Мусу здесь играет. Ганский футболист Баба Муса. Совсем недавно с ним подписан контракт. Ну и, конечно, надеются, что этот футболист добавит стройности линии обороны. Посмотрим, будет ли он действительно основным футболистом. Ну, 22 года. И до появления в Риге он играл за другую команду из Латвии, команду Метта. Весли. Именно так написано на майке 32 номера. Именно Весли, не Весли Ната. Не Ната.
Будем называть, наверное, его действительно Уэсли. Небольшое нарушение правил. Фолит Матеуш Гразинский. Но такой фол рабочий, который очень нужен. Всегда при прессинге. Равис Кирш здесь оказался на газоне. Снова работает прессинг у Легии неплохой. Не позволяет выйти из обороны. Вот мы видели сейчас Вуковича. Но он практически весь первый тайм провел прямо на бровке. Даже иногда выскакивал так одним шагом, одной ногой на поле. Действительно полностью в игре. Молодец. Работает вместе с ребятами. Хорошая игра на третьего здесь проходит. Дальше мяч останется ли у Риги. Приходится бороться. Какая борьба. Посмотрите, мяч уходит, по-моему, от Кишса. Судя по всему, да, действительно так и есть. Действительно, здесь удар от ворот. Ну, вот сегодня у Леги из тех футболистов, которые, к примеру, играли в последнем матче Лиги Европы со Спартаком, в основе вышел лишь один футболист — Лирим Кастрати. Я про это уже говорил, но вот не сказал про то, что, насколько сегодня состав у Леги не основной. Ну и опять же, про матч с Краснодаром также уже мы немножко сказали. Еще один у нас тут вертолет летает. Ну и, соответственно, да, вот из тех, кто играл с Краснодаром, в основе сегодня был лишь только Матеуш Грузинский момент мог быть. А, нет, кстати говоря, Кастрати-то на поле. Прошу прощения. Казалось мне, что его убрали. Нет, Кастрати в игре. То есть, получается, при Кастрати, да, капитанскую повязку одел именно автор гола Мацей Розалик. Ну, соответственно, Владарчик вышел вместо, я так понимаю, Рафаэля Лопеша. То есть две замены всего лишь, насколько я вижу, произошли у, соответственно, команды Леги. Неплохо в центр сыграно на Цепелем. Цепеля ближнего подключает. И снова через него пошла игра. Прессинг здесь пока что Рига не устраивает. Резкий, длинный, быстрый. Длинный заброс налево. И достает мяч тут Мучи. Ох, какая передача проходит. Есть шанс у Леги. И делал прострел там Цепеля. Но вот уже как раз-таки прострел прервали. Грозинский через центр. Да, и не сказал я проявление Джузельфа Барнса. Также я не отметил. Я немного про него обмолвился в самом начале второго тайма. Ну, тоже давайте его представим. Джузельфа Барнс, 18 номер у Риги, также на поле. Хороший жесткий подкат, и главное чистый. Барнс через Уэсли. Уэсли на Савельева. Ну и перевод на Короткова в итоге. И ошибка. И вот здесь можно контратаку Леги организовывать. Быструю при этом. Розалек. Это подача в штрафную. Немножко сильная. И, наверное, мяч это не уходит за лицевую. И ошибается потом в приеме уже Матеуш Грозинский. Равис Кирш. О, прошу прощения, Арманс Петерсонс. Одевший капитанскую повязку. Снова нет возможности сыграть точно голкипером Риги.
Чельхака. Но тот факт, что у Леги практически состав не изменился, на второй тайм действительно команде помогает. Сейчас в плане взаимоотношений, взаимопонимания все отлично. Подача от Кастрати не доходит до штрафной, где там активно работает Владарчик. Получается так, что вот Шимон Владарчик — это единственный футболист из полевых, кто появился на поле у Легии во втором тайме. Через 5 дней еще состоится один вражеский матч у Риги. Следующий. Дальше пойдут гораздо чаще они. 25-го Слован, 28-го Жилина, 29-го числа Джохор Дарул, клуб из Малайзии. Ну и 2 февраля уже московский Спартак сыграет против Риги. Хорошая контратака здесь может получиться. Передача на Барнса. Барнс в штрафную входит. Удар поворотом низом. Немного не точно. Ну, атака прошла действительно неплохой. Каспер Тобиаш никуда не спешит. Вот как раз на ваших экранах Джузеф Барнс. Ну, далековато. Вот ворот сейчас мяч прошел все-таки. Скибицкий. Вот пошли удары у Риги по воротам Легии. На самом деле, после первого тайма статистика ударов была ровно такой же, как и статистика итогового счета первого тайма. 0-1. Ни одного удара не было у Риги. Один удар был у Легии, и он же оказался голевым. Но вот сейчас Рига уже упустил, конечно, феноменальный момент. Ну и там дальше как раз-таки, в общем-то, в одной атаке 3 удара в створ Рига нанесла. 2 удара отразил Тобиаш однажды. Даже его усилий не потребовалось. Здорово, Барнс в штрафной уже. Поднимает голову. Немножко долго он искал партнера. Но и в итоге угловой удар. Но разыграно было неплохо. Смотрим повтор. Кстати говоря, главу удар-то Рига зарабатывает, а, по-моему, мяча не трогал Тобиаш. Однако, да, пытался попасть именно в ворота. Здесь это не передача была в исполнении Барнса. Но достаточно оригинальное решение от Ганса с немецким паспортом. Первая минута матча. Я думаю, что минут через 5 потихонечку начнутся замены уже и со стороны Лиги. Какие-то футболисты уж точно должны появиться. Понятное дело, что сегодня многих лидеров мы не увидим. Но Александр Вукович, я думаю, что в скором времени других ребят в игру, конечно же, ведет. Коротков выигрывает борьбу здесь скоростную. Разыграли быстренько через вратаря и в том числе через Мусу. Дорабатывает Скибицкий. Один из лучших, наверное, в составе Лиги сегодня. Классно играет. Падает тут скамейка и Риги, и Лиги на наши экраны. Скибицкий. Здесь было, конечно, ошибаться вратарю хозяев. И действительно,
Была непростая ситуация. Но справился. Кстати говоря, вот у меня вопрос, кто сейчас в воротах, потому что начинал матч, напомню, Робертс Озолс. Была ли замена у Риги на последнем рубеже? В запасе также есть, естественно, как я уже говорил, Нильс Пуринш. Жесткий подкат, хороший подкат в исполнении Короткова. Пока спокойно, на самом деле. Вот если не брать момент, который был у Крансманиса, в целом все, что мы видим, достаточно проходит в таком режиме. Ну, не автономном, конечно, но команды чуть-чуть сбавили обороты. Ну, в данном случае, если брать Легию, тут, наверное, вопрос в том, что команда успокоилась. Ну, во-первых, смогла забить в конце первого тайма, но сейчас просто старается играть в такой футбол, который много ресурсов не затрагивает. Не сильно команда рвется в атаку, но и в прессинг также не идет. Порой включаются, как сейчас Бартоломей Цепели, который немножко расстроился, наверное, после того, как мяч потерял. Мяч у Риги остается. Или все-таки арбитр показывает в пользу Лиги. Сейчас давайте посмотрим, по-моему. Ну, по-моему, надо готовиться замена. Это раз. В первую очередь, это нам надо сейчас отметить. Двойная замена у Лиги. Так, ну давайте разбираться, кто появляется. Во-первых, Каспер Скверчинский. 77-й номер. И также 73-й Патрик Пирчик. Ну и уходит, во-первых, Кастрати. И кто-то еще. Сейчас разберемся. А вот и второй мяч в воротах Риги. Только-только произошла замена, и тут же очень быстро Владарчик счет делает 2-0. Шимон Владарчик здесь действительно здорово разобрался. 16 номер в воротах Риги. Я, честно говоря, в протоколе под 16 никого не видел и не вижу до сих пор. Возможно, это не Испуринш, но почему-то действительно номер у него другой, нежели в протоколе. Ну, а гол хорош, на самом деле. Давайте смотреть. Хорош в том плане, что очень легко здесь наказали соперника за ошибку. 2-0. Вот ошибка Лиги, которая произошла. Голу Риги не привела. Вот сейчас ответный подарок, скажем так, от Риги случился. И здесь уже без шансов для Риги все закончилось. Ошибся, безусловно, там в центре поля. По-моему, это был Весли Ната. Он отдал неудачную передачу. Ну и сразу же расплата. Еще момент. И хорош проходит здесь Каспер Скибицкий. Здорово все делает и действительно мог сейчас делать счет уже и 3-0. Ну и отметим тоже, на самом деле, футболиста Лиги, который достаточно легко момент использовал.
68-я минута нашего матча. Хотя могло быть, конечно же, 1-1. Нарушение правил в центре поля. Савельев в центре поля. Плохая задумка в плане здесь передачи на подборе Крансманис. Весли. Кирш и подачу штрафную идет. И вот момент. И бьет по воротам Барнс. И скорее всего мяч летел в створ ворот. Однако накрыли его удар и ушел мяч на угловой. Хотя в целом атака получилась очень неплохой. Хорошая подача от Петерсонса. И дальше немножко Барнсу тут не повезло. Снова Барнс мячом. Петерсонс лезет обострять в этой ситуации, но его быстренько останавливают. Ну, здесь уже Райвис Кирш не успевает к этому мячу. Что ж, последняя 20-минутка. Темп, повторюсь, достаточно сильно упал по сравнению с первым таймом. Но футболисты Риги, возможно, где-то немножко подустали. У Риги вроде бы сменился состав, но как-то не сказать, что вышли на замену футболисты. Заметно добавили именно в движении. Хорош на перехвате Петерсонс. Дальше чуть-чуть Кирш не успевает в этой ситуации. Хотя вроде бы уже отыграли активного Каспера Скибицки. И тот мог уже в целом никуда не успевать. Спокойно через Тобиша сыграют партнеры. Хорошая передача. Скибицки. Уходит влево, проходит штрафную. Передача, но здесь Весли в нужном месте оказывается. Однако дальше вообще как-то совсем мяч у Риги перестал держаться. Даже вот выход из обороны достаточно нервный. И теряют мяч футболисты. Команда из Латвии достаточно просто и достаточно легко. Здесь проход через центр. Здорово в обороне сыграла Муса. Камеш. Муса. Ну, вот так нельзя играть на месте центрального защитника. Едва грубо не ошибся сейчас. Может быть, стоит чуть побольше поиграть через Барнса. Достаточно активно вошел в игру Джозелфа. И пару моментов с его участием были действительно интересными. Попробуйте его чаще нагружать. Мне кажется, что у него действительно это все будет очень неплохо получаться. Как мне кажется, стоит дать ему в том числе определенную свободу действий. Ну, ему, конечно, самому нужно тоже цепляться за все эти мячи и где-то, может быть, предлагать себе чаще. Приходится отдавать назад Весли. А здесь, смотрите, как Владарчик летит к мячу. Но благо здесь рядом оказался Нильс Пуринш. Я как понимаю, что у него сегодня место первого 16 номер заявки все-таки оказался. У него, по-моему, и в сезоне 16-й, как правило, был. Так что вот сегодня просто изначально немножко неправильно указали в протоколе. Ну,
Мучи. Немножко незаметен стал этот футболист, хотя в целом из тех, кто сейчас на поле, он один из лидеров. Семьдесят третья минута. Ускоряется. Здорово, Грузинский. Находит мяч уже до Перцака. Нет, в одно касание здесь не пройдет. Но и, может быть, попытаться в контратаку убежать. Правда, совсем один тут на окружении четверых футболистов соперника Райвис Киршс. И приходится играть через дом, подключать в том числе сейчас еще и вратаря. Сам. Значит, вперед и здесь не точно. Ну, на мой взгляд, Кибицкий лучший игрок этого матча в составе Легии точно. И в составе, может быть, обеих команд. Классный матч он проводит, успевает и в обороне, и впереди сделать дело. Объем работы колоссальный, конечно, 22 номера. Напомню, поучаствовал в голевой комбинации, первый отдав голевую передачу. Но посмотрите, он играет фактически по всей бровке. Мы его сейчас в основном называем, когда его команда в атаку уходит. Но посмотрите, где сейчас располагается 22 номер. Он уже в защите, хотя только что он недавно был в районе позиции центрального нападающего где-то. Я думаю, что наставнику Лиги работа 22 номера, безусловно, нравится. Ну, а что касается Торсена Финка, у него сегодня будет, короче, такая вечером еще для размышлений, потому что первый матч, естественно, он будет анализироваться, естественно, будет просматриваться. Хорошая передача от Банс. Удар по воротам не получается здесь у Райвиса Киршса. Торсен Финкс, ну, я думаю, многим он известен в первую очередь по игре за Баварию. Большой этап карьеры он там провел. Четыре раза брал чемпионство Германии, три раза Кубок Германии поднимал над головой. Также и победитель Лиги чемпионов Торсен Финк. Ну, а что касается тренерской карьеры, то здесь пока не все так радужно. Много где он поработал, но, вот, наверное, лучший этап в плане действительно карьера тренера – это в Базель. В Швейцарии он дважды был чемпионом, но было достаточно уже давно, практически 10 лет прошло. Даже, по-моему, прошло действительно 10 лет, сезон 10-го и 11-го года. Если я не ошибаюсь, был тогда для Торстена Финка удачным. 54 года, напомню ему. Вот буквально совсем недавно он был назначен главным тренером команды из Латвии. А последним клубом в его работе была команда Висл Кобе. Японский клуб, для тех, кто не знает. 76-я минута подходит к концу. Движется Легия потихонечку к третьей своей победе на этом сборе в Арабских Эмиратах. И снова, посмотрите, Легия опять забила два мяча. Здесь все стабильно. Ну и посмотрите, как работает постоянно. Даже в момент, когда вроде команда уже ведет, все равно гонит свою команду. Не то чтобы вперед, Александр Вукович, но к активности призывает. Если видит, что где-то немного успокоились, сразу пытается взорвать своими эмоциями. Ну, наверное, понимает немножко, в том числе Вукович, что Рига — это не Краснодар, команда пониже уровнем. И в целом с этим коллективом, пускай и те, кто с Краснодаром в основном не играл, могут, возможно, выиграть и покрупнее. Еще замена, но даже по номерам мы видим, да, кто выходит за Легию сегодня. Сейчас 71 и 72 номера появятся. Это Виктор Каминский и Игорь Штралик. На концовку этой встречи. Ну, как еще, в принципе, с учетом добавленных, порядка 15 минут команды могут провести. Совсем молодые ребята, мы видим, да, по лицам.
Его не заменит. Ну, вышел уже на поле, мы видим, Штралик, Каминский. Это нападающий. Может быть, он заменил... Возможно, автор гола. Первого. Посмотрим, остался ли на поле Мацей Розалек. Ну, точно остается, конечно же, Владарчик, но он появился на замену, поэтому все понятно. Здесь Каминскому 17 лет. Вот он вышел сейчас вперед. Ну, точнее, он здесь больше под, наверное, Владарчиком будет стараться действовать. Ему 17, что касается... Штройка, даже здесь информации у меня на самом деле нет. На одном из сайтов его просто в составе даже не значится. Мы постоянно слышим «давай, Скиба». Это все призывают активнее играть Каспера Скибински, который, в принципе, и так матч проводит великолепно. Уже начинает немножко темнеть в Дубае, мы видим. Давно достаточно уже включен свет, освещение здесь на поле, на стадионе. Да, по поводу игры Штралик, ему 18 лет, еще выступая за команду Лига Ю-19 в том числе. Ну, естественно, как и Каминский тоже. В общем, ребята молодые. Выступающий в том числе и за дублирующий состав, и не только. Вот момент сейчас может быть у них, но здесь хорош Муса. Мне кажется... 21 номеру Риги нужно какие-то другие, все-таки более большие шорты найти. В плане экипировки как-то уж слишком они у него в обтяг. Может быть, даже мешают в плане игры немножко некомфортно. Не думаю я, что это какой-то момент тут именно вот сейчас после падения. Визуально кажется, что действительно там, ну, если это эмочка, нужна элечка, скорее всего, защитнику Риги. А, может быть, и XL. Заброс вперед, но тут спокойно на мяче только лишь игрок Риги, хотя ждет здесь игры Харатенко какого-то подключения своего вратаря. Сейчас, по-моему, вот самый опытный из тех, кто на поле, как раз-таки 14 номер Леги, 26 лет. Игорю. И вот он такой сейчас дядька на поле для вот этих ребят. Выходил также в матчах Лиги Европы. Игорь, у него украинское гражданство. Он игрок сборной Украины. Но в Лиге вот... появился после выступления за Ференцварош. Вообще, Харатин, он опорник по своему амплуа. Он сейчас на месте правого защитника. Как я понимаю, он уже эту встречу заканчивает. Ну, а Скибицкий по-прежнему около чужой штрафной активно. Встречу проводит. Вот сейчас от Вуковича еще и передачку получил. Заброс вперед хороший на Скибицкий от Перчика. И, по-моему, положение вне игры, хотя такое достаточно спорное. Мне показалось, что начинал движение свое в целом здесь Скибицкий правильно. И
из нужного положения. Восемьдесят третья минута матча. Так, еще у нас одна желтая. Насколько я понимаю, у Риги уже замен в этом матче мы не увидим. Все футболисты, которые сейчас на поле игру доиграют. В том числе и Артус Крансманес, который вот с первых минут на поле сегодня находится. Вот, пожалуй, вот единственный момент как раз-таки голевой был у него. Савельев ошибается в центре поля. Нужно возвращаться. Да, и, конечно, момент был потрясающий. У нападающего Риги. Он за это действие получил желтую сейчас 14 номер Лиги. Потянул за маечку откровенно, хотя в целом очень быстро отпустил. Но арбитру этого стало достаточно для того, чтобы желтый цвет из кармашка достать. Точный пас на Крансманеса. Ну, полное ощущение, что игра уже так доигрывается и теми, и другими. Понятное дело, что хотят забить. Наверняка и Легия третий, и Рига отличится хотя бы раз. Чисто, как мне показалось, было сыграно сейчас против Скибиски, но все-таки чуть-чуть Петерсон сблокировал тут неправильно. И точно длинная передача. Амаце Розлик проходит мимо скамеечки своей команды. Видимо, меняли его, когда он находился на дальней бровке. Возможно, только дошел сейчас до скамеечки. И вот уже готовится переодеваться. Ну и, по-моему, у Леги тоже замен уже в этом матче не предвидится. Спешат футболисты Риги, пытаясь все-таки еще, наверное, сегодня что-то забить. Сделать это будет, конечно, тяжело, судя по всему, за весь матч. Одна лишь ошибка была у Леги, которую должны были, конечно, реализовать футболисты Риги, но из убойной позиции сделать этого не смогли. Что, конечно же, обидно. Муса пошел в проход. Мяч сохранил. Весли налево. Дальше в борьбу. Эту борьбу выигрывает достаточно уверенно сейчас Грудзинский. Но еще одно нарушение. Еще одна желтая. Весли ее получит. За фол над том же Грудзинске в этой ситуации. А, нет, это, наверное, не Весли ее получает. Здесь скорее Джузелфа Барнс начал тянуть. Весли как раз максимально пытался уйти от столкновения, так что желтая 18-му номеру в Риге здесь была показана. Нельзя играть домой, это прекрасно понимает сейчас Коротков, поэтому пас не отдает. Прессингует его достаточно активно Штралек. Скобицкий. Неплохо, но положение вне игры, по-моему, было как раз-таки у Штралека сейчас. Ну что ж, первый матч, наверное, не слишком удачным стоит признать для Риги. С другой стороны, соперник сегодня был сильный, сегодня был непростой. Пускай здесь и молодые ребята выходили не самым основным составом Лиги, конечно же, играла более чем не основным. Но все равно для Торсона Финка
этот матч в первую очередь будет матчем для разбора ошибок. Интересно, какие у него впечатления от того, что он увидел в этой встрече. Ну и дальнейшие соперники будут чем-то похожи на Легию. Опять же, это Слоун, это Жилина, это все представители, скажем так, восточноевропейского футбола. И я думаю, что манера игры в целом была, будет достаточно похожа у этих команд. Да и по уровню, я думаю, команды сопоставимы. Вот после этих матчей будет интересно посмотреть на встречу против команды из Малайзии. Ну и, конечно, на матч против Спартака. Естественно, тоже. Ната подключает Камиша. Барнс. А, нет, не Камиш там был. Там был сейчас Антон Куракин. Он, кстати говоря, не так давно также продлил контракт. Вот это уже Камиш. Ну, а Куракин с командой также остается еще приличное время. Уже играет в команде действительно, ну, чуть ли не всю жизнь свою. Ощущение такое, что Рига — это уже команда, без которой Куракину и не жить, что называется. Активные последние минуты в исполнении футбольного клуба Риги. Ну, возможно, сейчас все-таки удастся что-то впереди создать. Послышалось мне, что 5 минут будет добавлено. Немножко я сомневаюсь. Вроде бы остановок было немного. Но вот подход к воротам. Угловой зарабатывают футболисты Риги. А что касается Куракина, карьера у него была очень интересная. Он долгое время в Шотландии находился, в системе Селтика выступал, но потом возвращался в Латвию в Энспилс. И, насколько я понимаю, потом опять в Шотландию уезжал. В команду уже, правда, не Селтик, в другую, у Гамильтон, но тем не менее. Уже 32 года ему. Так, ну а у нас вообще ничего добавлено не будет. Вот такой вот товарищеский матч. Товарищеский матч, видимо, можно действительно не использовать определенное время и свистеть чуть раньше, чем, наверное, по регламенту, по порядку нужно. 2-0 с таким счетом. Легия одерживает третью победу для себя на сборе в Дубае. Поздравляем команду с этим успехом. Ну, а Ригу поздравляем с началом вообще тренировочных матчей, товарищеских матчей на этом сборе. Первая встреча получается не очень удачной, но впереди еще большой объем работы. Только треть сборов, по сути, подошла к концу. Еще играть и играть, и тренироваться, и тренироваться. Так что пожелаем команде Торстена Финка удачи, естественно, хороших тренировочных спаррингов. Ну и главное, естественно, здоровья всем футболистам. На этом нашу прямую трансляцию будем потихонечку готовить к концу. Сейчас еще, естественно, обзор лучших моментов этой встречи вы видите. Я же буду прощаться. Павел Ботов вместе с вами за ходом этого матча следил. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Пока. Thank you.